Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Алиса скучала, сидя на берегу реки безо всякого дела. А тут еще и сестра уткнулась в скучную книжку. Ну и скукота эти книжки без картинок. Лениво думала Алиса. От жары мысли путались, веки слипались. Сплести, что ли, венок? Но для этого надо подняться, пойти, нарвать одуванчиков. Вдруг у нее перед глазами или в глазах промелькнул белый кролик с розовыми глазками. Ну и пусть. Сонная Алиса ничуть не удивилась. Она не шевельнулась даже тогда, когда услышала голос кролика. Ай-яй-яй-яй, припоздал. Потом-то Алиса удивлялась, как это она не удивилась. Но ведь удивительный день еще только начинался, и нет ничего удивительного, что Алиса еще не начала удивляться. Но тут кролик, это же надо, вынул из жилетного карманчика карманные часы. Алиса насторожилась. А когда кролик, взглянув на жилетные карманные часы, припустил вовсю через поляну, Алиса сорвалась с места и махнула за ним. Кролик юркнул в круглую кроличью нору под кустами. Алиса, не задумываясь, нырнула следом. Поначалу кроличья нора шла прямо, как тоннель, и вдруг круто оборвалась. Алиса, не успев ахнуть, ухнула вниз в колодец, да еще вниз головой. То ли колодец был бесконечно глубоким, то ли Алиса падала слишком медленно, но она, наконец, начала удивляться. И самое удивительное, что она успевала не только удивиться, но еще и оглядеться. Первым делом она поглядела вниз, пытаясь разглядеть, что там ее ждет. Но слишком уж темно, чтобы разглядеть что-нибудь. Тогда Алиса стала глазеть по сторонам, вернее, по стенкам колодца. И заметила, что все они увешаны посудными и книжными полками, картами и картинами. С одной полки Алиса ухитрилась на лету ухватить большую банку. Называлась она «Апельсиновое варенье». Но варенья-то в ней не было. С досады Алиса чуть было не швырнула банку вниз, но вовремя спохватилась. Так и прихлопнуть можно кого-нибудь там внизу. И она исхитрилась, пролетая мимо очередной полки, ткнуть на нее пустую банку. «Вот наловчилась так наловчилась», — обрадовалась Алиса. «Приведись мне теперь так скатиться с лестницы или еще того лучше грохнуться с крыши, уж я и не задержусь». По правде говоря, мудрено задержаться, когда уже падаешь. Так она падала и падала. И долго так будет продолжаться. Хотела бы я знать, докуда долетела. В какой я точке? Неужто в самом центре Земли? Сколько до него? Каких-нибудь сколько-то тысяч километров. По-моему, в самую точку. Теперь только определить эту точку. Но какой она широте и долготе? По правде сказать, Алиса понятия не имела, что такое широта. Ну и уж тем более долгота. Но то, что кроличья нора достаточно широкая, а путь у нее долгий, она поняла. И она полетела дальше. Сначала без всяких мыслей, а потом подумала. Вот будет штука, если я пролечу всю землю насквозь. Забавно будет встретиться с людьми, которые живут под нами. Они, наверное, так и называются. Антиподными. Впрочем, в этом Алиса не совсем была уверена, и поэтому вслух такого странного слова не произнесла, а продолжала думать про себя. «А как же называется тогда страна, где они живут?» «Придется спросить». «Простите, уважаемая антиподном?» «Нет, антиподном мадам». «Куда я попала? В Австралию или в Новую Зеландию?» И Алиса попыталась вежливо раскланяться, приседая. Попробуйте присесть на лету, и вы поймете, что у нее получилось. «Нет, пожалуй, спрашивать не стоит», — продолжала думать Алиса. «Еще чего доброго обидеться, лучше я сама догадаюсь, по вывескам». И она продолжала падать и падать. И ей ничего не оставалось делать, как думать. И думать. «Дина, кошечка моя, представляю, как ты по мне соскучишься к вечеру. Кто тебе нальет молочка в блюдечко? Моя единственная Дина, как мне тебя здесь не хватает? Мы бы летели вместе, а как бы она ловила на лету мышей? Здесь наверняка водятся летучие мыши. Летящая кошка вполне могла бы ловить и летучих мышей. Какая ей разница?
Или кошки смотрят на это по-другому? Алиса так долго летела, что ее уже укачало и начало клонить ко сну. И уже в полудреме она бормотала. Мыши ли тучи, мыши ли тучи ли? И сама себя спрашивала, летят ли тучи кошек? Едят ли коши тучек? Какая разница, что спрашивать, если спрашивать некого? Она летела и засыпала, засыпала. И уже увидела сон, будто идет она с кошкой под мышкой или с мышкой под кошкой и разговаривает. Скажи-ка мне, Дина, ты ела когда-нибудь мышучих летей? Как вдруг трах-тарарах! Алиса зарылась с головой в сухие листья и хворост. Прилетела. Но она ни чуточки не ушиблась. В мгновение ока вскочила и стала оглядываться в непроглядную тьму. Прямо перед ней начинался длинный тоннель, и там вдали мелькал белый кролик. В ту же секунду Алиса сорвалась с места и понеслась, словно ветер, следом. Кролик пропал за поворотом, и уже оттуда до нее донеслось. «Ой, запаздываю! Голову мне оторвут! Эх, пропадай, моя головушка!» Алиса прибавила ходу, но за поворотом кролика уже не было. И тут Алиса наконец-то огляделась. Она оказалась в длинном низком зале. С потолка рядами свисали лампы. Повсюду, куда ни глянь, были двери. Но когда Алиса подергала одну, другую, третью, оказалось, что все они заперты. Она растерянно стояла посреди зала, не понимая, как же ей выбраться из этой ловушки. И вдруг, откуда ни возьмись, столик. Маленький стеклянный столик на трех ножках, а на нем крошечный золотой ключик. Алиса схватила его и тут же попробовала отомкнуть одну из дверей. Но то ли замок был велик, то ли ключик мал, но дверь не поддалась. Алиса подошла от двери к двери, вставляя крохотный ключик в громадные замочные скважины. Все без толку. И тут она заметила какую-то шторку. Алиса отогнула ее и обнаружила махонькую, ниже колена, дверцу. Она приладила к ней золотой ключик и... ура! Дверца распахнулась. А за ней Алиса увидела узкий проход, в который разве мышка протиснется? Ход этот открывался в чудесный сад. Алиса присела на корточки и долго рассматривала сад. Как же ей хотелось выбраться из низкого мрачного зала и очутиться в том необыкновенном саду среди цветов и фонтанов. Но если бы даже моя голова прошла, то я-то уж наверняка не пройду. Сокрушенно думала Алиса. А что там делать в голове без меня? Вот как нескладно все получается. Жалко, что я не умею складываться. Знать бы, как это делается, я не задумываясь превратилась бы хоть в подзорную трубу. С Алисой уже приключилось столько странностей, что она не удивилась бы и этой. Но что толку без толку сидеть перед дверцей, в которую не пролезешь? И Алиса побрела к стеклянному столику. Вдруг на нем еще что-нибудь найдется? Ключик от другой двери или учебник по складыванию, но обнаружила она флакончик. «Ручаюсь, его раньше тут не было», – подумала Алиса. К флакончику был приклеен аптечный ярлычок, а на нем два слова крупными буквами «Выпей меня». «Выпить-то не шутка, а что потом?» «Нет уж», – подумала Алиса, – «сначала посмотрим, не написано ли где-нибудь тут слово «яд». Недаром она наслышалась разных захватывающих историй про то, как нельзя делать того, что нельзя. Стоило детям забыть это важное правило, как они тут же попадали в лапы диким зверям или, того хуже, поджаривались в жутком пламени пожара. А если они не слушали старших и играли с раскаленной кочергой или острым ножом, то непременно обжигались или истекали кровью. Но самое ужасное приключалось с теми, кто пытался отхлебнуть из флакончика с надписью «Яд». Такое еще никого и ни к чему хорошему не приводило. Это Алиса знала наверняка. И, к счастью, на этом флакончике страшной надписи не было. И Алиса, будь что будет, лизнула. Ей показалось, что она отведала разом всякой всячины. Вишневого пирога, ананаса, жареной индейки, сливочных помадок и поджаренных в масле хлебцев. Тут уж она не удержалась и выпила все. «Что за чудеса?» – воскликнула Алиса. «Я складываюсь, будто превратилась в складную подзорную трубу». И верно, Алиса стала сама себе по колено, как раз такой, чтобы легко пройти в дверцу. А там – в прекрасный сад. Но сначала она подождала, а вдруг уменьшение не кончилось? Это было бы совсем не кстати. «Если я еще буду уменьшаться, то недолго стать величиной со свечку», – испугалась Алиса. «А потом и вовсе истаять.
«Интересно было бы поглядеть на то, что от меня останется, когда меня не останется», — размышляла она. И она попыталась представить себе пламя свечки, которой уже нет, но такого ей пока еще ни разу видеть не приходилось. На всякий случай Алиса подождала немного, но ничего больше или меньше. С ней не произошло. Она уже было собиралась пойти в желанный сад, как вдруг... «Ах, растяпа!» — обнаружила, что золотой ключик позабыла на столе. Пришлось вернуться. Но тут оказалось, что Алисе теперь до верха стало никак не дотянуться, а ключик вот он, поблескивая сквозь стекло над самой головой. Сгоряча Алиса попыталась добраться до ключа по стеклянной ножке стола, но она была такая стеклянная и такая скользкая, что все попытки Алисы кончились ничем. С отчаянием несчастная крохотная маленькая девочка села на пол и заплакала. Она плакала и при этом долго говорила себе: «Довольно. Слезами горю не поможешь. Советую прекратить ее уже минуту». Кому я это сказала? Себе Алиса давала иногда неплохие советы. Жаль, что не всегда к ним прислушивалась. Однажды непослушанием самой себе она сама себя довела до слез. А в другой раз, когда она сама себя поймала на жульничестве в игре, она даже пыталась выдрать себя за уши. Эта странная девочка просто обожала сама себя раздваивать, становиться двумя девочками одновременно. «Но только не сейчас», — подумала Алиса. «Меня такой маленькой и для одной нормальной девочки маловато». Вдруг она увидела тут же под столиком какую-то стеклянную шкатулку. В шкатулке оказался крохотный пирожок, на котором черными и красными ягодками было выложено: «Съешь меня». «Была не была, съем», — решилась Алиса. «Увеличусь, достану ключик, уменьшусь, проползу в щелку под дверцей, а в сад все равно попаду». Она откусила от пирожка самую малость и поскорее приставила ладонь к макушке, чтобы сразу почувствовать: увеличилась, уменьшилась. Вот странность, она не изменилась. В обычной жизни Алиса, съев пирожок, не ждала никаких превращений, но здесь, среди необычностей, все обычное Алисе казалось таким глупым и таким скучным. Ничего теперь не ожидая от пирожка, она равнодушно доела.